Для удобства клиентов в контактном центре Мособлиирц появился дополнительный телефонный номер. Он позволит повысить качество работы с абонентами. Заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Каратаев заверил, что, позвонив, можно получить ответ практически на любой интересующий вопрос, а также передать показания приборов учета и проконсультироваться по вопросам начислений за услуги ЖКХ. Контактный центр Мособлиирц работает ежедневно с 8 до 22 часов.